На секунду мне показалось, что это шутка. Тут, короче, в киллисте чел под 509-м айдишником с ником Егор Доуп. То есть вы поняли, да? Чел вместо Г поставил Р. Ну, короче, я не буду это описывать, но это забавно. Это забавно. Но он кого-то слил, наверное, на него, скорее всего, напали, и он просто дал сдачи. Наверное. Но ник оригинальный, кстати. Вот за это я прям респект кидаю. Ладно, я тебя чекну чисто по приколу на историю наказаний. Кто ты вообще? А, ну у тебя ничего нету. Так что да, скорее всего, он просто дал сдачи на того, кто пытался на него напасть. А, уже посадили. Чисто по килл-листу зашел, а чел уже здесь. Ну-ка, восьмой. Это уже другой вообще чел. Что, они айдишники меняют, что ли? Или перезаходят? Ну-ка, Санья. Лупев 398. Вот это, за этим я, кстати, случайно зашел. Он, надеюсь, не плюс сэшит? Да вроде нет. Ладно, зайдем за тем типом. Так, он здесь. Он просто в килл-листе фигурировал, двоих слил. Интересно, каким боком. Кто, кстати, следит за мной в Инстаграме, наверное, знает то, что я недавно жестко за один день слег с температурой 38,5. Просто думал, блин, сдохну, но закинулся потом лекарствами туда-сюда. Вроде потихоньку восстанавливаюсь, поэтому пока силы есть, снимаю видос. Так, тут, короче, что-то дерутся вагасы. Этот теперь его бьет. Что у вас тут происходит? Ладно, спрятался обратно. Ну, вроде он, конечно, ничего не делает. Давайте по приколу чекну историю наказания. Стоит ли от него ожидать каких-то выходок? ДМ, кстати. Угу. Нарушение правил военки. Опять. Неадекват. Так, СК. Неадекват. Ну, слушайте, походу, чел-то, ну, такой-то. Не самый лицеприятный игрок. Там что-то еще 604-й раздает нехило на этом, в килл-листе. Я не могу понять, что ждать от этого типа, потому что он просто бегает. У них, может, кап начинается. Хотя, ну, по идее, может, потому что, видите, как будто они приготовились к чему-то. Опять спрятался. Ты нормальный? Что за смысл игры у тебя туда-сюда, блин, бегать? Короче, он пошел, походу, на ДМ-арену. Ладно, 604-й. А, уже сидит. Что-то я провафлил, короче, когда там его посадили. Хотел посмотреть, что он делает. Ну да, за ДМ и отлетел, в принципе, на пару часов. Ну, пускай чилит, окей. 346, только что слил своего же на притоне. Какого хера? У них... Что это в машине? Маска в окне, что ли? Бля, страшно. Я не понимаю, они готовятся к чему-то? Ой-ой-ой-ой, восьмой, братуха, ты там что? Что за раздачи? У него в описании написано, что он Саша Пилорама. Окей. Как-то он сейчас, знаете, странно стрелял. Он стрелял прям вдаль, но попадал. Бля, мне показалось, он тэпнулся. Ну-ка, что-то я трейсер это забыл включить. И не видно, как он стреляет. Ну вот опять попадает и... Как ты это интересно делаешь, братуха? У тебя что, такой прицел меткий, что ли? Да, ну я вижу, что он плюс сэшит, хорошо. За это он в любом случае... А, все. Уже на пару часов отлетел. Но он так странно стрелял, если честно. Я что-то не очень понимаю, нормально это или нет. Все, начал бегать, короче. Ладно, Саня Пилорама, давай, братуха. Тут 60 еще. Киллы давал на притоне. Суки ебущие. Какой-то злодей, походу, блин. Ну-ка, он нарушитель вообще? Что у него есть? УЗИ, военка, окей. ТК, когда было? Недавно. ДБ, АКСЫ, хил в бою. Ты что-то, походу, разошелся, слушай. Что ему вообще делали? Сажали. Ну, значит, пора уже не сажать, а варн выдавать. Что, в принципе, логично. Но я имею в виду варн выдавать, если он будет нарушать, понятное дело. А если нет, то тогда ничего делать не надо. Так, ну я за ними послежу, потому что не знаю, на что они способны, но вот эта вот машина, на которой он, скорее всего, ждет его или что, она с ковшом, и есть вероятность того, что чел может дебэшить. Время, так сказать, предупреждений за ковши уже прошло, поэтому тут смело можно и варнить, и удалять ковши с машин. Ну, это если чел, конечно, реально разносит прям ковшами. В общем, ладно, он собрал все, как я и сказал, это дожидается его, они садятся, сейчас куда-то поедут. Они, походу, с притона на притон бегают или что, потому что там были на притоне, сейчас, походу, на второй едут. Но на том притоне уже никого. Точнее, и не было, наверное, никого. А здесь? А здесь бегает этот, 931-й. Так, этот с первого, после первого выстрела сбивает, кстати, видно было. Вот этот вот нет, за которым я слежу. Вот 60-й он нормально сейчас стрелял, а вот 397-й он сбивал. Это было видно. И, наверное, это было зря. Как мне кажется. Ладно, я зайду за ним в спек. Наверное, за 397-м. ЖДЛС. Ну да, они на другой притон опять поедут. Так, ну у этого аксов
Нет, кстати, что-то я забыл, знаете что? Я перестал чекать обвесы. 397. Так, что у него по обвесам? Сейчас посмотрим. У этого нету, а у 60... А ты куда? А, через... ты через этот, я понял. А у 60-го, когда он стрелялся, были обвесы? Не, не было. Ладно. Типы вообще ничего не нарушили. Короче, пошли на ДМ-арену стреляться. Ну окей, окей, пускай стреляются. 267. Ты кто, братуха? Ты гражданский. Но это вроде притон гражд... Так, а это уже не похоже на притон. Это уже больше похоже на ДМ. Еще и аксы на урон. Ты что-то стрёмное мутишь, братуха. Ну смотри, ничего не отыгрывает, да? Как бы, ну, никакого ролл-плея. Этот захилился, и он его, значит... Ну и все, и задемил. Дура ебаная! Ну да-да-да, конечно. За ним никто не следил, кроме меня, да? У меня фулл фрапс, если что. ЖБ. И там видно, как ты первый. Окей, у меня тоже. Так что я опровергну. Ну слушай, дружище, если ты прикрепишь фрапс на форум, как ты стреляешься, и у тебя будут аксы на урон на притоне, то тебе дадут варн. Так, тут еще какой-то вагас приехал. Упал. Твоя машина. Понятно. Так, он походу его вытаскивает из тачки, из чужой. А, это сказал, это не его. Ну и сейчас этот будет стрелять, да? Дай покататься. Че он с ошибками так пишет? Стремно, если честно, выглядит. Так, ну-ка, ради интереса. 713 ГМ. Что? Он не может быть ГМ, скорее всего... Не, его ж пробивает. Вон, даже по дамаг-информеру видно. Ну да, все нормально. Вы что-то, пацаны, не то делаете. Ну-ка, 311-й. Опа! А че это ты грува слил? Зачем? Что у него тут есть? ЖБ, СК, плюс С, плюс С, плюс С. Ты что-то это слышишь, блин? И это при всем, что это все в мае. За один день 3 наказания. Потом еще пошли, потом еще 3 наказания за один день. Ну да. Чел, походу, это нарушает нехило. Но тут у них, скорее всего, капт будет. Поэтому ладно. Что у нас еще там есть? 398. Ну, это, скорее всего, это ДМ-арена, да? Да. За этим мы уже следили, за типом. Что там у нас еще есть? 388. Так, ты кто и зачем? Кого-то, короче, слил и убегает. Тут даже типа не видно. Может, давно, конечно, было, я не знаю. Киллист как-то не обновляется особо. Хотя по времени сейчас получается, сколько у нас? Почти 5 часов по Москве. К этому времени, в принципе, должны все просыпаться, там заходить. Может, даже нарушать. О, чел говорит, что его дэмит. Якобы реконит за ним. Ну-ка. Ну, ты пришел, получается, на респу, я вижу. Видимо, за инвайтом. Окей. Пока что я не вижу, что по тебе кто-то стреляет или тебя дэмит. Ну, короче, он бегает. Блин, а кто хотя бы? Ты бы, блин, хотя бы айдишник написал, чтобы примерно понимать, кто по тебе может стрелять. Так, ты зашел уже внутрь. Ты на него? Так ты сам его бьешь, слышишь? Алло. Ну, может, ты, конечно, пытаешься его разбудить, но все равно это не лучший способ. Все, чел, тебя испугался и убежал, или что? Ну-ка. Ты с мутом пришел на инвайт, как бы, или что? Это как-то странно. Ну и чё? Ну, понятно, короче, чел не получил то, что хотел, и все. Так, он приехал на уже другую респу. Пытается... В звонок, короче, от велосипеда, типа, привлечь внимание, потому что у него мутно. На него никто не обращает внимания. Ну, короче, его невероятные похождения, судя по всему, продолжаются, потому что он уже приехал на следующую респу. Грувам, наверное. Но и тут неудача, и просто уезжает. До сих пор капт, что ли, идет или что? Да блин, какого хрена? Я даже специальный перерыв сделал, чтобы в игру не заходить. Сколько я не был? Я 25 минут... 26 почти не был в игре, а тут до сих пор капты какие-то страшные идут. Ладно, 556. Фрапс, не обрезай там, где ты первый ебашишь меня. Ого, походу какая-то стычечка произошла. Видимо, тот чел пригрозил ему жалобой, что сейчас прикреплю фрапс, и все увидят, как ты по мне стреляешь. Че, он сейчас с ним базарить начнет, что ли, или че? Офигенно я сбил бича, он начал меня ебашить. Потом я был в маске и скине ночных волков. И меня заебашили нахуй. Но бомжа я слил. Ну да, силач, сразу видно. Пиздец, конечно. Да. Окей, 455. А ты уже сидишь. За что, затыка тебя посадили, что ли, уже? Ты только в киллисте появился, братуха. Да, затыка на 90 минут. Ну полтора часика почилишь, что? А ну-ка, что у тебя по истории наказаний? ТК уже было, кстати. Ганза З, ДМ плюс С, ТК плюс С, Рожик. Да, это все в этом месяце. Короче, да, чел...
херней, короче, какой-то страдает. 633 это шо? Шо это такое? Ты что, ДМщик, что ли, какой-то? Ну-ка, давай тебя чекнем заодно. Надо за тобой следить вообще или нет? Ой, нихера себе, чё? ДМ плюс С плюс С. Ну ладно, тут-то снизу не особо как-то все. Ну вот это что-то меня напугало, если честно. Это за один день? За 16 число? За сегодня? Серьезно? То есть он ночью два раза плюс цешил, ему выдавали предупреждение. И получается, потом его посадили на 120 минут за ДМ. Два варна чел получил, в деморе отсидел, сейчас еще, видимо, кого-то слил, и ему не успокоится. Окей, окей, я тебя понял. Тогда получишь еще один варн, если продолжишь такой херней страдать. За один день три нарушения, ну это жесть какая-то. Хорошо, давайте посмотрим, что он вообще делать будет, потому что я не понимаю, куда он летит и зачем. Ой, там на респе чел задемил, заискашил, походу. О, походу он сдох от того, что его задели, и это тоже сдох, понятно. Долетел, да, братуха? Так, мне опять пришлось отойти, короче, я не знаю, надеюсь, он не нарушал. Но он уже из больки вышел, уже тут катается. Надеюсь, не для того, чтобы дэмить, конечно. Иначе ему это боком обойдется. Так, в него врезались, ну-ка. Готов ли ты на что-нибудь тупое-то? Или так, алло, ты чё, блин, пропал-то? Даже чел спокойно тебя объезжает, походу. Сори. Чё это за хрень? Чё это за хрень сейчас была вот от этого? Бэтмена вонючего. 87-го. Что это вообще? Такое ощущение, что чел с софтами играет, блин, какими-то жесткими причем. 47-й левел. Ни хрена себе. Ну и он вышел. Ладно, я потом его накажу в любом случае. Я пока за этим послежу типом. Опять кому-то подъехал, но ничего не делает. Либо он провоцирует, либо что, я не понимаю. Просто стоит, видите, вот и молчит. Что за дичь? Какая дичь? Просто стоят, типа, и все, и болтают. В общем, он у них что-то спросил и быстренько уезжает. Понятно. Ой, а тут-то шо? Тут же какие-то приколясы сейчас происходили. Этот чел, походу, плюс сэшил по кому-то. Мужик! Но его даже в килл-листе нет. Вот это странно, кстати. Непонятно. В общем, он к нему сел. И теперь они куда-то, скорее всего, направляются. Этот выскочил, короче. Но у него мут, он пытается отвечать по-тупому. Короче, я так понимаю, намекает ему сесть за руль, чтобы... О, иди за руль. Чтобы он сам ехал. Мне отойти надо. Ага. Тот чел уже, походу, отошел. Понятно. Так, а ты у нас кто такой? И почему балла сослил? Интересно. Что по истории наказаний? ДБ, ДБ ковш, НРП, анимки, адекватнее, СК, неадекват, запрещенные анимки, ну и так далее. Короче, да, тоже нарушитель. Спокойные люди играть просто не умеют. Ты что делаешь? Ты как будто, блин, принципиально ДБшил сейчас его. А теперь еще вышел из тачки зачем-то. Понятно. Да, но чел, короче, еще и плюс цешит. Ну-ка, шо это? Короче, все дэмят, но этот чел точно, я просто их проглядел. Так, одному наказание выдал. Этот уже сдох. Его, видимо, отпиздили. Так, я, короче, зашел за этим типом, которого, получается, слили. Он просто в чат Фомы жаловался, что вот, меня там слили туда-сюда. Блин, у него скопирована инта, которую мы с Ильюхой строили ему в дом. По крайней мере, стены, картины, двери. Где оригинальность, блин? Ну ладно, хрен с ним. Мне вот просто интересно, он будет сейчас творить дичь какую-то или нет? Или просто в АФК будет стоять? Да что тебе не выехать-то, блин, застрял в каких-то, блин, заборах. Так, ну короче, не суть, ладно. Проверим, на что он способен, что он будет делать. Кстати, чекну его историю наказаний. Кто он вообще? Зачем он вообще? 676, что там у тебя? ДМ, ДМ плюс С, СК... ДМ, ДМ. Так, и тут еще нарушение правил АКСы. Значит, сажали. Варн выдавал. А, так это я выдавал. Ого, в апреле. Два варна, значит, и... Деморган потом он получил. Тоже в апреле. Нифига, у чела бомбануло в репорт. МКЮ хуесосы, баньте меня нахуй, я слил в баре 20 миллионов. Мой АК 0, баньте, суки. Да, неплохо у него сгорело. Зачем нужно было идти сливать бабки? Столько способов заработка на самом деле. Нет, они идут и рискуют, а потом же пишут репорт. Ну и что-то он начал его, короче, дэмить. Прям принципиально, кулаком. Не добил, конечно, но все же. Ну он эмочку достал еще зачем-то. Зачем, непонятно. Блин, и тут дэм. Вот следишь за одним, а начинают нарушать другие.
Ну, короче, он что-то тоже дэмить начал. Ну, так лагает жестко, у него пинг 347. Но он все-таки слил типа. Он еще и анимку завязал запрещенную зачем-то. Короче, пускай посидит. Только сейчас, кстати, заметил то, что это самое. В игре 33 админа. Нифига себе, просто список, смотрите, да, почти до конца экрана. Давно я такого не видел. Интересно. Ну ладно. 424. Ты кто? Эй! По тебе фастят, кстати, дружище. Да, 823. Хорошо, что я это увидел. Так, ты кто? Восьмой ранг от стек. Ладно, давайте чекнем наказание, историю наказаний. Хочу посмотреть, кто он. Значит, это херня какая-то. ДМ есть. Окей, ТК. Что это наебал? Ладно. Нарушение правил имя. ДМ, флут. Ну, придется за плюс С, наверное, посадить. 823. Плюс С. Так, а это вообще что? Фасилес какой-то. Тоже, причем с эмочки аж двоих слил. Интересно, интересно. 897. Я таких не знаю игроков. Ну, за неадекваты его глушили. 300 минут за рожек глушили. Неадекват, да. ДМ, кстати, был. ДМ был. ДМ был. А, это я даже сажал его. Когда? 9 мая. Нифига себе, я даже не помню этого. А, так понятное дело. Говорю, он ники меняет постоянно. Тут один ник. Тут другой ник. Тут вообще третий ник. Короче, чел меняет их, как перчатки. Понятно, все понятно. Ты что делаешь, слышишь? Понятно, чё, окей, хорошо. Давай, постреляешь там потом. Не, в следующий раз уже можно будет варнить. Нет смысла терпеть. Тем более, если он, видите, сразу выходит. Я думаю, можно сразу без проблем варнить типа. Получается, история наказания. Еще раз, вот ДМ только что. До этого был ДМ. ДМ, НРП-анимки, ДМ, все. Тут чела и так его сажали, видите, постоянно. Деморган, деморган, тут два деморгана. Хорош. Пора уже как бы, ну, показать человеку, что играть так не стоит. Охренеть, вот опять подошел к типам и просто разнес их. Ладно, хорошо. Выходи опять за бабки, дружище, давай. Сделаем вот так вот. Трать бабки. Мне это только в плюс. 30 миллионов, отлично. Поебать. Ну, как скажешь. Давай еще раз и забаним, чё. Я так фрапсы прикреплю потом на форум, когда ты будешь плакаться и говорить: терпи, кто из нас терпит? Что у него вообще по бабкам, может, он миллиардер? 240 лямов на руках. И все? Так, евро нету, битков тоже. Ну, такое. Такое. Ну и 579 АЗ. Ну, это тоже какие-то верты, если переводить через донат. Ну, короче, посмотрим, что он будет делать. Ну, кстати, варнов у него нету. Может, он думает, типа, что вот, я без проблем выйду с любого, типа, этого Деморгана за бабки. Варны не страшны, потому что у меня их ноль. То есть, там, я могу три получить, а не страшно. Ну да, ну да, конечно. А, ну и все, и вышел. На Фаня какой-то. Пятый уровень. С диглом. Ты шо, братуха? У тебя хоть скиллы-то есть? По идее, конечно, должны быть, наверное. Нету. Нихера себе, еще и дэмит. Интересно, но он с другом каким-то едет, конечно. Ну, на Фаня молодец, бля. Кстати, Фасилис-то этот вонючий вышел. Недолго в этом из игры выходил. Опять куда-то побежал, наверное, в этот. В свой бункер, с которого он прыгал. Погодите, там кто-то написал, что 32-й якобы читер. Спрятался за текстуры. Не мешай, я в РП-сне. А реально, а как ты сюда попал, друг? Володя Допи. Чё-то мне это не нравится. А, все, его заспавнили. Ну-ка. Ну-ка, бро, что покажешь? Все? Не спрятаться, да? Так, как-то подозрительно он двигается, как будто сквозь стену хотел пройти. Ну ладно, сейчас вроде стоит нормально, типа без херни, без всякой. Уже не надо, пишет, что-то там начал. Ладно, а это да, спрятался в коробку свою. Ушел в себя, у него было написано над головой. Хорошо, что не вошел, блядь. Админы, ну чё за дичь? Я даю ему правильные ответы, а они не подходят. Нормального чела в репорт бомбануло, блин. Фига, он выпрыгнул чисто к казику, да? Наверное, так ты бабки поднимаешь, чтобы снимать джайлы, да? Хитро, хитро. Какие-то страшные репорты люди пишут, блин. Да, повыеби меня жестко. Братуха, блин, не пугай, дай мне ролик снять. 100-300к. Это чел, который только что 30 лямов просрал. Играет на 100к. Сильно, брат, сильно. Ладно, не будем ему мешать. Так, 32-й прячется до сих пор у себя, окей.
Что там у нас еще было? 954... А, на Фаня здесь. На респе грув почему-то. Что ты тут делаешь? В мусорке. Они, кстати, вроде уезжали, да, из этого-то, из Лос-Сантоса. Уже здесь. Быстро, быстро. Что ты встала, завис? Ты что, там клад нашел? Здесь же ничего нет. Он только что отошел от мусорки, снова к ней подходит. Опять страшный репорт, я покакал. Понятно. Так, ты что делаешь? А, ну ладно. Надеюсь, не стреляешь. У тебя еще и дробовик с собой. Ты тут вообще вооружился, я смотрю. И эмочку. Куда тебе столько ганов-то, братуха? А, ну понятно. Короче, я ему просто 954 варн выдам. За плюс С. ДМ. Ну-ка давай, покажи еще СК, братуха. Вот это будет весело. Тебе не попасть, я смотрю, да? Без скиллов-то на Фане. Бро. Бро. Не, ему не попасть. Для него это слишком сложно. Да даже с дробовика, ты серьезно, бро? Тебя сейчас кулаками отхерачат. Что это за дичь? Понятно. Короче, ладно, один раз попал, СК было, все. Иди отсюда. Почиль. Там еще какой-то репор страшный приходил, пока я играл, блин. Пока я следил. Да, пожесткий негр, пупсик сладенький, отъеби меня смачно в попку, брат. Не пиши такие репорты больше никогда в жизни. Зачем вы это пишете? Админы это читают, они думают, что у меня аудитория каких-то сумасшедших. Не надо так делать. Дружище, если ты любишь халяву, раздачу АЗ-шек, конкурсы на верты, на прочие прикольные штуки, не забывай о том, что у меня есть свой телеграм-канал, где проходят регулярно разные конкурсы, в основном на донат, на халявный донат, который ты в любой момент можешь получить, иногда на верты или на аксы. В общем, если любишь халяву, первая ссылка в описании, скорее вступай и участвуй. Но я напоминаю всем о том, что данный ролик снимался на сервере Arizona Saint Rose, я играю и снимаю только здесь. Если хотите встретить меня в игре или попасть ко мне в видео, то прежде чем сюда идти играть, помните о самом главном. Вас на сервере ждет очень крупный бонус. Смотрите, если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на пятом уровне промокод хэштег DAPO, то за эти два абсолютно простых действия вы получите больше миллиона вирт автоматически. И на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся. Поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной. Я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а в прошлом ролике побеждает вот этот вот игрок. Я тебя поздравляю. Добавляйся ко мне ВКонтакте и прикрепляй к заявке сообщение со своим ником. Я с тобой свяжусь и выдам тебе приз. Но если со мной будет не связан, то просто пиши в комментариях у меня в телеграм-канале. Я все комментарии там читаю и тебя обязательно замечу. Ну а сегодня новый конкурс и разыграем мы 3000 АЗ монет. Чтобы их выиграть, как обычно, нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк на этот ролик и в комментариях оставить свой ник на Arizona Saint Rose и все. Аккаунт может быть абсолютно любой, даже с самым первым уровнем. Хоть сейчас заходи, регистрируйся, начинай играть, развиваться и уже спокойно участвуй. И возможно именно ты в следующем ролике заберешь 3000 АЗ монет. В общем, всем желаю удачи в конкурсе, спасибо за просмотр. С вами был Дапо. Скоро увидимся.